Привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале Технобар Плюс, и сегодня у нас очередное видео об свеженьком обновлении, которое прилетело на мой флагман от компании Samsung. Да, это не последний флагман, это S22 Ultra. Я прекрасно понимаю, что многие начнут писать сейчас в комментариях, что флагман это S24 Ultra, но это все-таки флагман своего года, друзья. Всего лишь два поколения назад. Ну да ладно, давайте посмотрим, что же тут прилетело у нас свеженького. Сегодня у нас свежее обновление, давайте сразу же проверим. Ага, аккумулятор у нас 98%, значит, Wi-Fi в норме. Входим в настройки и смотрим, что же это за обновление. Да, действительно есть обновление ПО. Смотрим вес его сразу же. Уровень безопасности от 1 марта 2024 года, друзья. 251,76 мегабайта. Весь это обновление имеет вот такой порядки в номер. Это не One UI 6.1, но по идее 6.1 уже через месяца полтора-два должно уже быть на данном девайсе, поскольку это флагман. Друзья, компания здесь повышает всего лишь безопасность устройства, это патч безопасности, но, как показывает практика, сколько я уже обновлений на данном смартфоне ловил, ну, собственно, тут не только исправляют безопасность. Загружаю, соответственно, это же обновление, устанавливаю его, тут все быстро загружается, и это мне очень нравится. Ну и, собственно, если будут какие-то другие изменения, помимо патча безопасности, я, естественно, вам в дальнейших видео расскажу. Пока проблема есть с автономностью, друзья. Да, это 4-5 часов автономности. Больше 4, нежели 5. Как-то так. Подписываемся на канал Технобар Плюс, ставим лайки. Я, как обычно, всех обнял.